Всем привет! Меня зовут Роман Селиверстов, и вы смотрите Real Work. Сегодня мы продолжим работу над треком и детально рассмотрим партии медных духовых. Вообще необходимо отметить, что медные духовые очень востребованы в эпической музыке. В частности, в американской киномузыке. Если вы обратите внимание, в европейском кино чаще упор делается на деревянные духовые или их сочетание с медными, в примерно равных пропорциях. Американцы и Голливуд любят, чтобы было мощно, громко, ярче, чем в жизни. Я вполне разделяю этот подход и тоже люблю звучание медных духовых. Они действительно дают что-то геройское в трек. Напомню, что когда мы делали набросок, мы создали басовые партии и набросали примерную мелодию. Давайте сейчас послушаем духовые и поймем, с чем мы имеем дело. В целом понятно. Вторая часть мелодии мне еще тогда не понравилась. Не нравится и сейчас. Мы ее обязательно изменим. Но сначала давайте проработаем мощные басовые звуки. Опять же, я равняю ноты. В данном случае можно сделать одно velocity. Они будут звучать ровнее и плотнее. И сделать погромче. Так, послушаем. Это у нас играет лейеринг, лоу-брас пад и чимбаса. Чимбаса дает акцент, а лоу-брас — длинный пэдовый звук. Предлагаю эту партию скопировать и послушать отдельно. Это играют валторны, и вместе это звучит так. В целом неплохо, однако меня беспокоит то, что в звуке не хватает полноты и воздуха. И я постараюсь это исправить так же, как со скрипками, с помощью лейеринга. Положим сюда тромбоны, легато тромбоны. Вот, это тот самый звук. Скопируем дорожку на октаву выше. Пока звучит неплохо. У нас есть линии духовых, они яркие и полные, и пока не будем перегружать микс, добавляя новые мелодические линии. Давайте разберемся с линией соло на Symphobia Eight Horns, поправим партию, но будем слушать ее вместе с барабанами и скрипками, чтобы ничего не напутать.
Я предлагаю партию валторн продублировать с партией виолончели. Давайте посмотрим, как это будет звучать. Несколько помарок, но теперь должно быть все правильно. Давайте сделаем velocity побольше, чтобы ноты звучали ярче. Эту часть мы уберем, она плохо звучит. Попробуем скопировать и посмотрим, что получится. Сейчас это звучит гораздо чище. Давайте еще немного приподнимем velocity. Но мне этого не хватает, особенно на второй части мне не хватает мощи в линиях валторн. Поэтому делаем лейеринг и дублируем партию с верхними нотами с помощью секции труб. Видите, трубы играют в тесситуре валторн, и их не очень слышно. Давайте поднимем их на октаву. Трубы пока еще плохо слышно, давайте сделаем тише валторны и поднимем трубы. We'll be right back.
чувствуете, сейчас появилась медь. Слышно, как трубы немножко перегружены на верхах. Кстати, и мастершина была немного перегружена, но мелодия явно усилилась с помощью медных духовых и зазвучала мощнее. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал Music Mag, подписывайтесь на мой канал, а главное, помните, хороший звук только с хорошими девайсами. Теперь вы знаете, где их искать.